Люди по всему миру делают этот выбор, чтобы как можно меньше противоречий своим идеалам. Потребляя меньше, мы упрощаем нашу жизнь и сохраняем ресурсы, потому что мы знаем, Земля способна обеспечить нужды каждого, но не нашу жадность. Мы не выбрасываем ненужное, а отправляем на переработку. Ресурсы Земли ограничены, и мы должны сохранить их для следующих поколений. Мы покупаем товары с маркой Fair Trade, справедливая торговля, чтобы быть справедливыми к тем, кто их производит. Мы покупаем органические продукты, не поддерживая загрязнение земли и воды химикатами и пестицидами, чтобы обезопасить животных, фермеров и их детей, а также сохранить наше собственное тело здоровым. Мы экономим воду, электричество, подключаемся к альтернативным источникам энергии матушки природы. Мы осознаем, что делая дальновидный выбор, мы улучшаем не только собственную жизнь, мы улучшаем мир для каждого. И тем не менее, остается еще один очень важный выбор, доступный каждому, влекущий наиболее мощный эффект с практической и этической сторон. Сделав этот выбор, мы с легкостью прокормим себя и все голодающие планеты. Прекратим уничтожение тропических лесов и восстановим их. Вернем жизнь сельскому хозяйству и деревням. Искореним основную причину загрязнения и расхода воды. Вернем морям и океанам жизнь, когда-то бурлившую в водных глубинах. Остановим массовые заболевания раком и болезнями сердца. Вернем лесные и степные просторы их законным обитателям. Этот удивительный выбор может быть сделан каждым человеком. Каждый день может быть сделан тобой. Прямо сегодня. При помощи этого инструмента. Веган. Для людей, для планеты, для животных. Веганство для людей. Мы все взаимосвязаны друг с другом. Наш выбор влияет на всех остальных людей. Забирая у природы больше, чем нам предназначено, мы обкрадываем наших современников и тех, кто будет жить после нас. Сейчас мы живем в изобилии, и нам трудно представить, что в это же самое время 1 миллиард людей на Земле голодает. А 40 тысяч из них умирают от голода каждый день. Но происходит это не потому, что на Земле недостаточно ресурсов. В то время как одни голодают, другие тратят огромное количество зерна на то, чтобы прокормить коров, свиней, цыплят и других сельскохозяйственных животных, лишь за тем, чтобы удовлетворить свои капризы на мясо, молочные продукты и яйца. Земля способна производить ограниченное количество продуктов, в то время как человечество продолжает расти. Ограниченное пространство Земли, пригодное для производства ресурсов, нет. Выращивание животных для употребления в пищу требует огромного количества земли, воды и других ресурсов. Земля может прокормить только около 2 миллиардов людей, живущих на мясо-молочной диете. Когда население Земли приближается к 7 миллиардам, становится очевидным, что мы обязаны найти более разумный способ производства питания. Выбор в пользу веганства позволит создать мир, где достаточно еды для каждого. Для производства растительной пищи достаточно часть земельных просторов и гораздо меньше остальных ресурсов. Формула очень простая. Чем меньше животных продуктов мы употребляем, тем больше людей мы можем прокормить. Пока мы будем игнорировать эти факты, все больше людей будет страдать и умирать от голода по всей планете. Веганский выбор способствует сохранению вашего здоровья и здоровья других людей. Убийцами номер один являются болезни сердца и рак, которые напрямую связаны с потреблением животных продуктов. Веганский образ жизни помогает свести случаи этих заболеваний до минимума, а также предотвращает их распространение по миру. Миллионы людей, вместо того, чтобы спонсировать экспорт болезней и голода, берут на себя личную ответственность за достижение тех перемен, которые они хотят видеть в мире. Выбор в сторону веганства продляет и улучшает нашу жизнь, облегчает бремя на землю и демонстрирует ответственность перед будущими поколениями. Веганство для планеты. Веганизм позволяет сохранить землю, воду и энергию. Животноводство поглощает так много ресурсов, что выбор веганства является самым эффективным шагом, который только может сделать человек в пользу спасения планеты. Одна из главных причин изменения климата на Земле
глобального потепления является животноводство. В то время как нам предлагают заменять лампочки и приобретать автомобили-гибриды, Организация Объединенных Наций определила, что именно выращивание животных для потребления человеком оказывает самое большое влияние на глобальное потепление на 40% больше, чем все транспортные средства вместе взятые. Чтобы вырастить корм для сельскохозяйственных животных, требуется огромное количество воды. Для того, чтобы произвести полкило мяса, требуется около 10 тысяч литров воды, а на 1 литр коровьего молока – 20 литров воды. Мы можем сохранять Земле около 5 миллионов литров воды ежегодно, всего лишь отказавшись от животных продуктов. Это такое огромное количество воды, что если бы вы стали веганом и не закрывали кран душа 24 часа в сутки, 365 дней в году, вы бы не расходовали ее столько, как тот, кто употребляет животные продукты. Многие из нас не выбрасывают бумагу в мусор, а сдают на переработку для того, чтобы спасти леса и деревья. Но причина номер один по вырубке леса, включая тропические леса Амазонки, потребность в расчистке новых территорий для выращивания кормов сельскохозяйственным животным. Только за один год веган спасает целый акр леса, что сравнимо с миллионами листов бумаги. Миллиарды животных, которых мы выращиваем для наших диетических интересов, не только потребляют большую часть нашей воды и еды, они превращают большую часть потребленного в испражнения. Только в США сельскохозяйственные животные производят 130 раз больше испражнений, чем все население Земли, почти 40 тысяч килограммов в секунду. В секунду. За два дня производится столько испражнений, что из них можно было бы заново выстроить гигантский город размером с Москву. Эта концентрированная жижа загрязняет воду, разрушает почвенный покров, привносит нездоровый баланс в воздух, которым мы все дышим. Мы уже забыли, что когда-то реки бурлили жизнью. Киты, дельфины, морские черепахи в изобилии обитали в морях и океанах. От косяков рыб вода порой кипела и пенилась. Но сейчас наши океаны умирают. Промышленное рыболовство привело к исчезновению или близкому к нему многие виды рыб. Гигантские сети выгребают со дна и толщи вод всю жизнь, оказавшуюся там, сдавливая и лишая возможности дышать черепах, тюленей, дельфинов, китов, пеликанов и миллиарды рыб. Фермы по разведению рыб и креветок создают экологически мертвые зоны. Огромное количество отходов от них покрывают дно океана и убивают всякую жизнь в нем. Но еще не поздно. Представьте себе мир с чистым воздухом, чистой водой, миллионами акров восстановленных из небытия лесов и цветущих лугов. Бурлящие жизнью океаны, необъятные природные просторы, возвращенные природе и тем, кто ты когда-то считал их домом. Выбор в сторону веганства позволит лицезреть этот мир, где мы сможем разделить радость жизни с другими. Веганство для животных. Чтобы обеспечить сотни миллионов людей продуктами животноводства, конвейеры должны двигаться быстро. Очень быстро. Ежегодно в мире забивается свыше 10 миллиардов сельскохозяйственных животных и более 17 миллиардов морских животных. Мы убиваем свыше десятка миллионов испуганных, беззащитных животных ежечасно. Большинство людей считают неправильным причинять боль или убивать без нужды животные. И тем не менее, большинство людей в мире продолжают быть причиной страданий и смерти беззащитных животных ради удовлетворения своих желудков? Почему такой разрыв с реальностью? Давайте посмотрим правде в глаза. Когда вы отказываетесь от животных продуктов, став веганом, вы встаете на защиту самых слабых из нас, тех, кто целиком зависит от нашей способности сострадать. Вы встаете на защиту сельскохозяйственных животных, отказываясь платить тем, кто причиняет им боль и страдания, миллионов диких животных, которых вытесняют и жестоко убивают, чтобы освободить место под фермы. Вы поможете восстановить дикие просторы, служившие диким животным домом. Большинству из нас представляется возможность в жизни узнать животное. Общаясь, мы замечаем, что каждый обладает своим собственным характером, имеет свои наклонности и предпочтения. Мы видим, когда они счастливы, печальны, испуганы. Мы забываем, что то же самое справедливо для всех животных.
Многие из нас испытали беспритязательную любовь животного, ощутили глубокую связь, которая кажется даже более сильной, чем наши отношения с другими людьми. Мы разговариваем с нашей собакой, с нашей кошкой, часто привязываясь сильнее, чем к какому-либо человеку. Они любят нас, мы любим их. Мы можем испытывать эту связь с животными снова и снова, дарить свою любовь каждому животному, тому, кого мы называем домашним или диким животным, и тех, которые страдают на фермах. Веганский выбор обозначит нашу истинную любовь к животным. Он позволит нам расширить круг нашего сострадания, и любовь вернется к нам в многократном размере. Каждый наш выбор в прошлом сыграл свою роль в формировании мира, в котором мы живем сегодня. И каждый наш выбор, что мы делаем сегодня, поможет нам построить лучший мир завтра. Существует путь к лучшему миру. Миру, в котором каждый из нас хотел бы жить. Мир, которым руководит все лучшее в человеке. Идеалы справедливости, доброты и сострадания. Ради других людей, ради планеты, ради животных. В силах каждого сделать выбор и жить соответственно своим идеалам. Идеалам, которые помогут изменить мир к лучшему. Это просто.